Здравия желаю. Итак, мы проверяем еще раз. Значит, тут заряжено на 3,71. Тоже бесплатная зарядка. Выключаем ее. 3,55 всего. 3,54. Ну ладно. А здесь вот разряжено полностью лампочкой. То есть ноль почти. До нуля. Потому что эта лампочка может светиться даже на 0,5 вольта будет светиться. Здесь 3,52. Так. Присоединяем. Плюс к плюсу. Плюс к плюсу. Так. А минус к минусу. Щипет, зараза. Вот и теперь смотрим. Пошел ток, видите? Пошла зарядка. 3,58 было. Тут 0. Запишем 3,58. То есть всего 3,58. Три. Сейчас уже 3. 3,01. 3,02. 3,03. 0,04. 3,05. 6. 7. 8. 3,1. Одиннадцать. 12. Как прекратиться-то поднимать? Подниматься напряжение, то зарядка закончилась. То есть напряжение выравнивается, здесь больше, здесь меньше. Разность потенциалов заканчивается, становится равна. То есть сила тока этого равна будет силе тока этого. Если по-другому, то заряд будет идти или туда, или туда. Это вы понимаете. Туда, где меньше, туда и идет больше. Ибо оно горячее, сильнее и так далее. 3,15. Значит, как только прекратится, зарядка закончилась. И потом мы проверим вот эту лампочку. Вот 5 ватт на этой батарейке и на той потом. Чтобы не было разговоров, что якобы сразу сядет. Моментально, типа, после такой зарядки сразу сядет. Три 17. 3,18. То есть уже выравнивание идет. Чуть-чуть осталось.
Все идет пока. Но уже медленнее и медленнее. С каждой минутой все замедляется процесс. Три и две десятые. Три и 21 сотых. Три и 22. Все продолжается заряд. Но уже очень медленно. Три 23. Пока съемку приостановим, минут через 10 продолжим. Продолжаем запись. Итак, 3.27 остановилось на 3.27. А сейчас проведем проверку. Проведем проверку. Вот лампочка. Подключим 5 ватт. Подключим. А то говорят, что она сразу типа садится, что это бестолку. Как вы видите, батарейка была в ноль. А сейчас мы ее на лампочку. Вот лампочка. Так. Минус подсоединим. И плюс. Как видите, сейчас покажу. Как видите, лампочка горит. Вот она. Так, лучше показать. Вот здесь вот, что ли.
Вот она. Видите, лампочка горит, батарейка, значит, заряжена нормально. Также мы с этой сейчас проверим лампочку. С донора, с батарейки донора. Так. Как видите, тоже горит. В итоге 3,27, значит. Было, значит, 3,52, стало 3,27 и 3,27. Сейчас помножим, перемножим. Значит, так. Три пятьдесят две было, а стало, видите, 3,27. Так. 3,27 помножим на 2. 6,54. Разделим на 3,52. То есть 85% у нас халявных. Видите? Помножим на 100. То есть зарядилось на 185%, а было на 100. Из этого следует, что вариант этот хороший. Вот этот вариант. 4 батарейки, еще раз показываю. И батарейка вот такая. Все заряжается и все работает. Спасибо за внимание. Желаю всем крепкого здоровья и успехов в труде и обороне.